Прикинь, а позавчера Навальный выскочил. Новости? Да. Я, честно, нет. А мультики? Мультики тоже нет. У меня телевизор есть дома, честно, я вообще не включаю, я вообще не смотрю. Так чисто в телефоне. Ты что, мультики смотришь? Детство хочет вспомнить, да. Кто смотрит? Иногда бывает, когда на хате никого нет, мы можем включать. Да. Что бы мне сказали, типа, маленький, не маленький. Смотри, да, брат, там он. Смотри. Бомж есть. 100% бомж там сидит. Да у него туфли за 20 тысяч балдини, наверное, со скидкой 50% купил уже. 100 пудов. Я не верю, что он бомж. Да, реально, у него одежда хорошая. Ты не спеши никогда человеку сказать бомж. Ты на его одежду смотри. Он человек, аккуратно, может, но плохо стало. Может, наверное, выплющий, пьяный, наверное, пьяница. Выплю, наверное, 100%. Выплющий, ну, для бомжа не похож. Да, но обувь четкие у него, смотри, да. Я не могу там. Тогда пьяный, уже... наверное. Это только обувь. Я глаз положил на обувь. Нет, может, человеку плохо стало. Смотри, это же наш сосед. О, не чувствовал? Э, пацаны, помогите! Помоги, да. У него же сердце больное. Пацаны, вы что, не видите, человеку плохо? Ты тут ты по чём, бро? За 27, да? Какой туфлик? Я о чём говорю сейчас?